Всем добрый день! Сегодня мы продолжаем наше вязание комфортера морковочки. Сегодня вторая часть, и я надеюсь, она будет заключительной. Для удобства просмотра вязания экран будет располагаться горизонтально. И начнем. Итак, в первой части мы с вами успели связать туловище морковки. И сейчас нам нужно будет начать убавление и наполнение холофабером. Итак, напомню, что мы закончили рядами 36 петель, 5 рядов было. Вязание по спирали. Сейчас мы будем делать убавки. Так. Нам нужно из 36 петель в окружности получить 30 петель. Или петель. Опять не посмотрела, не запомнила, как же правильно. Ну, не суть, важно здесь, да? Итак, 4. Делаем 4 столбика без накида, убавка. 4 столбика без накида, убавка. Итак, вставляем. Сейчас уберу клубок, чтобы он фокус на себя не забирал. Итак, вставляем крючок в нижнюю петлю. Вытягиваем пряжу. У нас получается 2 петли на крючке. Провязываем их вместе. Один столбик без накида. Опять повторяем второй столбик без накида. Третий столбик без накида. Четвертый столбик без накида. Если вы сбиваетесь, то вы можете записать на листочке количество столбиков, количество убавок, и когда делаете, вычеркивать их. Либо вот сюда закрепить маркер, и когда дойдете до нужного места, будете знать, ага, все, 36 петель превратили в 30, завершился ряд. Переходим к следующему. Ну, я так не делаю, я считаю. 4 столбика без накида и убавка. Как делается убавка? Если мы смотрели прибавку, то прибавка — это когда в одну нижнюю петлю мы делаем 2 столбика, провязываем, то есть в один и тот же, в одно и то же отверстие. То здесь наоборот, мы должны собрать 2 нижние петли в один столбик. Как это мы делаем? Вставляем крючок в нижнюю петлю. Вытягиваем нить. Тут как бы хотелось бы уже провязать, но нет. Снова вставляем крючок в нижнюю петлю. У нас получается 3 петли на крючке. И уже вот теперь их мы вместе провязываем. Стараемся здесь немножко все это подтянуть. И там предыдущие петли тоже подтягиваем, чтобы вязание было достаточно плотным. Итак, вот мы сделали одну убавку. То есть из 6 петель у нас получилось верхних 5. Далее повторяем еще 5 раз также. То есть один столбик без накида, второй столбик без накида, третий столбик без накида, четвертый столбик без накида и убавка. Это 2 раза, еще 4 раза. 1, 2, 3, 4. Убавка. Еще 3 раза. 1, 2, 3, 4. Убавка. Еще 2 раза. 1, 2, 3, 4.
добавка. И последний раз. 1, 2, 3, 4 и 5. Вот уже пошло стягивание. Напоминаю, что вяжем мы вот такой комфортер морковочку. Получается, что убавки у нас будут в рядок, то есть они будут заметны. Можно их смещать, если вы хотите. Ну, я такого не делаю. Вот они, эти линиями идут убавки. Продолжаем. Итак, у нас в окружности получилось уже 30 петель. Теперь делаем из 30 24, чтобы у нас получилось. То есть по 6 убавок в ряду. Для этого продолжаем вязание по спирали и провязываем по 3 столбика без накида и 1 убавки 6 раз. 1, 2, 3 столбика, теперь убавка. Протягиваем петлю, не провязываем. Еще раз протягиваем и провязываем 3 петли на крючке вместе. Так. Благодарю за сердечки, кто присоединяется смотреть. Записываю это, чтобы сохранить. Это вторая часть вязания. Так, один раз. И снова 1, 2, 3 столбика без накида и убавка. Останется еще 4 раза. Один, два, три столбика без накида, убавка. Еще 3 раза. 1, 2, 3 убавка, еще 2 раза. 1, 2, 3 убавка. И еще разочек. 1, 2, 3 убавка. Итак, у нас было 36 петель в окружности. Мы провязали ряд с 6 убавками, то есть получилось 30. Провязали еще один ряд с 6 убавками, получилось 24 петли. И так мы должны сделать до полного завершения, но уже думаю, можно нам вставлять чехольчик для наполнения. Если вы вяжете для себя, вы, конечно, можете заполнять, наверное, и без чехольчика. Но я думаю, это будет разумнее с чехлом делать, потому что при стирке холофайбер может все равно, наверное, вытаскиваться, выглядывать, если вдруг особенно вы рыхло провязали туловище морковки. Поэтому лучше с чехлом. Итак, я беру чехол, он у меня огромный, потому что он еще пошит для первых наших осьминогов, которых мы вязали, они были достаточно большие. Уже сейчас размеры комфортеров у нас, так скажем, утверждены местным перинатальным центром. То есть какие более нужные, так скажем, размеры. Я вставляю немножечко холофайбера в чехол. И затем уже вот этот наполненный слегка вставляю в туловище вязаное,
чтобы вот здесь не было пустого кончика морковки, я проминаю там ножницами. Ножницами. Что-то у меня с ударениями. Так, проминаю холофабер, то есть продавливаю его слегка. Слишком плотно забивать не нужно, иначе это будет как кирпич, а не комфортер. Ну и рыхло тоже, потому что при стирке холофайбер может уплотниться, и тогда будет морковка дряблая. То есть, ну, немножко промяли, чтобы уплотнить кончик. И потихонечку заполняем. Можно пальцем проминать, кому как удобнее. Ну, для меня лично это один из, так скажем, нелюбимых процессов. Я обычно стараюсь навязать много-много таких чехольчиков, например, штук 5-6, и потом разом уже наполняю и зашиваю их одновременно. Ну, нелюбимый не потому, что прям мне не нравится, а потому что это занимает много времени, хочется сделать все достаточно быстро. А скорость набирается, когда мы делаем однотипные действия. То есть, если мы заполняем 5-6 комфортеров по очереди, то это очень быстро. И практически незаметно. Ну вот, вот сейчас мы с вами будем делать именно одну морковочку. Как я делаю, чтобы у меня, то есть я навязываю чехольчики, да, но ведь я нитку не обрезаю, я тогда делаю изнутри, беру еще одну нитку, вяжу еще один чехольчик, и получается у меня из одного мотка с двух сторон по два чехла одновременно. Такой станочник. Так, вот уже почти. Наполняем не сильно полно, но как бы повыше. Помним, да, что мы сейчас еще немножечко провяжем и стянем, то есть чтобы и тут сверху пусто тоже не было. То есть тут уже методом прикладывания чехла. Ну, вот так, в смысле. Наполняем. Кому-то достанется такая милая морковочка. А цвет пряжи, кстати, это тыква почему-то называется. Сколько я покупала в разных магазинах, он написан тыква. Так, ну вот у меня прям упруга тут уже немножко. Я тут вся обложилась холофайбером, нитками, иголками. Так, ну вот уже полненько. Берем нитку с иголкой, куда я их положила. А вот. Ну, небольшую нам нужно будет вот прошить здесь всего лишь. Стараемся вот это все дело туда загнать внутрь, уплотнить. И прошиваем вот так, ну, обычными стежками. Стараемся как можно больше прижать холофайбер внутрь морковки. Так вот я протянула, и я делаю вот так, слегка стягиваю. Затем вот так складываю вот эти ушки внутрь. Подтягиваю ниточку. И вот эти сложные ушки
между собой подшиваю, чтобы они как бы стянулись. Опс, камера. Стянулись в центр. И иду по кругу. Прошиваю насквозь и подтягиваю края. Опять насквозь. И край. И так по кругу. Насквозь хвостик. И вот эти края. Где-то укрепляем. То есть по нескольку раз прошиваем. Будет видно, когда уже все. Закрепляем ниточку. Отрезаем. Здесь еще спасательный узелок на всякий случай. Ну, думаю, ничего не расползется уже крепко. Так, теперь вот этот хвостик. Я его срезаю. Были как-то чехлы настолько большие, что я срезала этот хвостик, прошивала его край. И еще из этого хвостика получался еще один комфортер. Вот здесь он не сильно такой большой. Прям так под корешок. Получается вот такой пенечек. И мы его, когда сейчас обвязывать будем, вот так придавливаем. Так, у нас здесь было 24 петли. Дальше стягиваем. Два столбика без накида, убавка. Подтягиваем здесь, потому что здесь вот места, когда возникают именно отверстия нам не нужны. Столбика без накида, убавка один раз, два столбика без накида, убавка второй раз, два столбика без накида. Убавка третий раз. Два столбика без накида. Убавка четвертый раз. Два столбика без накида, подтягиваем ниточки, не забываем. Убавка пятый раз. Два столбика без накида, убавка шестой раз, последний раз здесь, в этом ряду.
Вот уже как получается. Так, дальше нам нужно сделать, здесь у нас 18 петель в ряду, делаем теперь 12, то есть один столбик без накида и одна убавка. Так, 1 столбик, одна убавка. Ой, уже начала вязать, сама тороплюсь. Подтягиваем. Так, еще один столбик без накида и убавка номер 2. Один столбик без накида, убавка номер 3. Здесь уже не так удобно вязать, удобнее даже, наверное, вот так крючок взять. Можно и так попробовать. Так, третья была убавка, да? Еще один столбик без накида. Четвертая. Так, тень падает. Четвертая убавка. Еще один. Вот я уже туго вяжу, даже крючок ставить не могу сама. Один столбик без накида. Это будет, если я не сбилась, то пятая убавка. Еще один столбик без накида и шестая убавка. Вот тут уже совсем маленькое отверстие осталось. Так, здесь у нас получилось 12 петель. Теперь нам нужно из этих 12 сделать 6. То есть в каждом. Сейчас будем просто делать убавки. Убавка, 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 убавка. Их должно получиться 6. Так. То есть вставляем крючок в нижнюю петлю, протягиваем нить, вставляем крючок в следующую петлю. Втягиваем нить, получается 3, убавка 1, опять вставляем крючок, вытаскиваем нить, снова вставляем крючок в следующую петлю, вытаскиваем нить, 3 петли провязываем. Вторая убавка, опять вставляем крючок, вытаскиваем нить. Вставляем крючок в следующую петлю, вытаскиваем нить, провязываем 3 петли на крючке, третья убавка. Дальше. Четвертая убавка. И пятая. Уже прям совсем-совсем убавка. И шестая. Убавка. Так. В принципе, можно было, наверное, уже убавки тебе не делать, а сразу стягивать иглой. Но я буду стягивать иглой вот здесь, чтобы прям вот совсем никаких дырочек не было. Так, ну оставлю. Упс. Оставлю хвостик, срежу.
беру, такая игла у меня есть с широким ушком, и она тупая. Очень классная игла. Попалась мне как-то с каким-то набором спиц. И отдельно такие иглы я найти, к сожалению, не могу. И я прям, когда я ее куда-то заложу, ищу, прям расстраиваюсь. Она такая гладкая, очень удобно ей сшивать. И кардиганы я сшивала, очень удобно. Она прям скользит. Итак, продеваем конец пряжи в ниточку. Можно крючком как-то стягивать, ну, мне вот нравится способ нитками, иголкой. Так, сейчас уберу пока лишние принадлежности. Так. Протягиваем иглу сквозь последнюю петлю, которая у нас здесь осталась. Это мы как бы закрепляем ее здесь. И затем, сейчас постараюсь поймать фокус на телефоне. Вот, словила. Мы вставляем эту иглу вот в ушки. То есть, получается, здесь петли, да, остались. И есть внутреннее ушко и наружнее. Вот внутреннее, наружнее. Вставляем в наружнее ушко. Протягиваем. Не затягиваем, просто протягиваем. Опять поворачиваем. Вставляем в наружнее ушко иглу. Протягиваем. Не затягиваем сразу. Это мы два раза. Помним, да, у нас здесь 6 штук. Теперь вот третье. Ну, наверное, 5 получится, потому что первое мы затянули. Третье. Четвертое. Да, пятое. И вот она, пятая. И вот теперь в конце мы это все подтягиваем. Ой, я прям люблю, когда тут нет никаких отверстий. Прям такая плотная морковочка. Все, я затянула. И теперь нам нужно будет ее закрепить. Ну, во-первых, я ее делаю здесь, закрепление. Тут даже если какие-то узелки будут, они не будут видны под ботвой. Здесь закрепляю, подтягиваю. И теперь вставляю прям внутрь это отверстие и немножко в бок. То есть мы теперь прошиваем под вязаным чехлом. Бывает, делают прям сквозь холофабер, сквозь ткань, ну, острой иглой провязывают для укрепления. Но здесь я делаю только через вязаный чехол. И все, здесь мы можем тоже сделать на боку где-нибудь укрепительную ниточку, петельку. И убрать теперь этот хвостик куда-нибудь под вязаный чехол. Далеко. Так примерно. Я вытаскиваю при этом иголочку между отверстиями вязания, то есть насквозь пряжу не прокалываю, чтобы не было лишних всяких заусенцев пряжных. Все, теперь, чтобы она там внутри закрепилась, осталось немножечко придавливая, она как бы затягивается туда, то есть укорачивается. Я ее срезаю, и она туда внутрь заходит. Все, чехольчик наш первый готов, вернее, туловище морковное. Приступаем к ботве. У нас осталось полчаса. Не знаю, успеем ли мы всю ботву сделать, но, по крайней мере, начнем. Ну, а дальше, я думаю, процесс будет понятен. Так, сейчас уберу лишнее. Берем пряжу другого цвета. В принципе,
можно было бы, например, закрепить оранжевую пряжу и продолжить вязать ботву оранжевой пряжи, если мы не заморачиваемся эстетикой. Или нет у нас, например, пряжи другого цвета, как я вязала пряжи из меланжевой, вязала морковки из меланжевой пряжи, такая розово-голубая. Ну, другой не было, но тут главное сам комфорт, сама помощь детям. Что мы делаем? Берем хлопковую пряжу, и я делаю вот здесь обычную петельку, закрепляю, так проворачиваю вертолетиком, так скажем, и потом протягиваю сквозь эту петлю. Вот получается такая петелька закрепительная. И потом, когда я закрепляю здесь ее, вставляю крючок, вставляю эту петельку на крючок и уже здесь подтягиваю, она уже туда вот узелок ходит. А потом этот хвостик я свяжу со своим хвостиком, который останется. Итак, для комфортера, для деток-тропыжек нужны щупальца, так скажем, то есть вот эта ботва, вот эта ботва, которая вот сейчас мы наберем воздушные петли, длина должна быть 20 сантиметров. И потом, когда мы уже ее отвязываем, она скручивается, да, укорачивается. Опять же, если вы вяжете для себя своего размера эту морковочку, у вас могут быть, ну, разные количества петель для набора. Ну, у меня примерно выходит 54 петли. Если вот я возьму сантиметр, сейчас посчитаем, сколько будет. То есть мы сейчас закрепим. Протянула, не закрепила. Так, закрепила и делаем набор воздушных петель. Опять он фокус сюда уберет. Так, набор воздушных петель. Так, фокус, фокус, ловись. То есть протягиваем пряжу сквозь петли на крючке. Один, два, три, четыре, ну и так далее. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Ну, это у меня сейчас сверим. 20, не 20 сантиметров. Так, ну вот 22 даже чуть-чуть получается. Но вот эти 54 это уже первый столбик без накида. Да? То есть минус 1 сантиметр это как раз вот примерно 20 с половинкой. То есть вот примерно такое количество петель у меня это получается. У вас может быть другое, если вы туго вяжете или рыхлее, больше петли будут. Ну, здесь лучше большие петли не делать, чтобы потом не было огромных дыр в нашей спирали. Когда мы делали осьминожек, вязали, туловище осьминожки было 10 сантиметров, и мы просто вот так раз-раз мерили напополам. Ну вот, кстати, морковка тоже примерно так получается это. Нужно без линейки, да, ну, примерно вот так, от кончика до ботвы. Вот получается 20, вот примерно на нужная нам длина для ботвы. Так, сейчас опять уберу лишнее. И что мы тут делаем? Здесь осталось самое простое вязание. Это вязание столбиков с одним накидом. Первые три это уже набранные. Будем считать за первый столбик с одним накидом. Раз, два, три петли. И четвертая это петля основания. Вот. Делаем накид на крючок.
Опять фокус берет не туда, куда надо. И вставляем вот в эту четвертую петлю основания нашу. Вставляем крючок, вытягиваем нить. У нас получается 3 петли на крючке. Провязываем первые 2. У нас остается 2 петли на крючке. Провязываем снова их. Вот он наш столбик с одним накидом. И наши 3 воздушные петли, которые играют роль первого столбика с одним накидом. Опять в эту же петлю, вот сюда в основание, опять провязываем столбик с одним накидом. Получается уже тут 3 столбика. Можно даже еще четвертый сюда в краешек сделать для более лучшего закругления. То есть смысл вы поймете, да, чем больше количество столбиков с одним накидом в петле основания, тем больше закручивается спираль. Но слишком много тоже не нужно. Смотрите, смотря какой крючок вы сюда берете. Я снова вяжу здесь вторым крючком. У меня достаточно нормально, плотно получается. И сколько рекомендуется в каждую делать по 3 столбика с одним накидом. Ну, я делаю, например, 5 штук по 3, 1 столбик по 2. 5 штук по 3, 1 столбик по 2. Для того, чтобы оно более-менее закручивалось, не слишком. И просто чередую, так скажем. Продолжаем. В самом начале лучше сделать именно в каждую петлю основания по 3 столбика с одним накидом. Если оно закручивается, нужно не переживать, все раскрутим как надо. Так, вот здесь получается, вот она закручивается спиралька. Еще сразу совет. Сейчас довяжу, чтобы уже не сбиться. Вот она закручивается, закручивается. Если вдруг вы вяжете и у вас закончилась нитка, либо вы вообще присоединяете пряжу другого цвета, может быть, то когда подвязываете ее, и у вас вдруг есть узелок, то стараемся делать этот узелок вот здесь, на лицо, чтобы он у вас был вот сюда. Потому что при закручивании этот узелок окажется внутри спиральки. Да? Нам нужно, чтобы вообще узелков не было нигде, да? Чтобы ребенок новорожденный ничем не поцарапался, потому что для него эти узелки достаточно жесткие, огромные. Поэтому если вдруг они у вас будут, то пусть они будут вот внутри спирали, то есть на лицевой части вязания. И когда закручивается спиралька, этот узелочек будет спрятан внутри. И ребеночка не поцарапает. Так, продолжаем. Ну, как я говорю, здесь мы просто уже вяжем по 3 столбика с одним накидом. Здесь, как называется, надо поменьше болтать, побольше вязать и набирать скорость. Тогда, возможно, мы за час завершим. Но думаю, нет, потому что уже осталось 20 минут. Наверное, 1-2 щупальца только сделаем. Но поймете, как закончить. Я думаю, на этом мы завершим эфиры. В 2 части уложились. Молодцы. По такому принципу можно вязать и другие формы, да, диски, например, там, свеклы кругленькие и так далее для себя. Но если для комфортера, то главное именно сами вот эти щупальца ба-2. Именно это приносит пользу. И чтобы поменьше декора различного было. То есть если мы на осьминожке еще глазки пришиваем, это тоже такой объект выпуклости, который не слишком-то нужен. Поэтому мы больше ориентируемся, например, на такие гладкие морковочки. Хотя осьминожки тоже имеют место. Тем более они прародители, основатели таких комфортеров для деток-торопыжек.
Ну, я тут уже не объясняю, тут каждую делаю по 3 столбика с одним накидом. Вот она так закручивается. Сама можем так ей помогать немножко, да, чтобы она в нужном направлении крутилась. В принципе, вот весь принцип. В принципе, весь принцип работы. Так, кто-то мне что-то написал. Сейчас загляну, посмотрю. Написали, что мы, это вторая часть, вяжем морковку. Ну, думаю, тут только истинные делатели, именно тот, кто будет именно вязать, будут смотреть такие длинные эфиры, где нет лица, а есть какие-то руки и голос. Очень хочется именно сохранить такие эфиры, потому что уже сейчас, если раньше, например, мы делали встречу вместе с девочками вживую, давали, так скажем, мастер-класс, как вязать такие комфортеры, то сейчас такой возможности нету, а запрос от мам, от вязальщиц, которые хотят присоединиться к клубу 28 петель, есть такой запрос. Поэтому я решила именно сохранить этот эфир. Ну, не знаю, насколько я правильно, конечно, все объясняю. Это мой опыт вязания этих комфортеров. Поэтому я думаю, именно опыт, он всегда более полезен теории, да? Ну, теорию вязать мы, конечно, можем научиться, а именно сколько сантиметров там, туловища, сколько сантиметров щупальца или ботва морковочки, это все из опыта. Есть еще, конечно, вяжут девушки у нас шапочки, жилетки, пледики, носочки. Ну, я размахнулась на носочки как-то. В принципе, тоже можно связать, показать. Они очень малепухенькие такие. Ну, то есть все можно сделать. Единственное, не совсем удобно, конечно, это снимать. Называется, вы бы видели эту конструкцию. Так, вяжем, вяжем, вяжем. Вот она уже закручивается. То есть готовая щупальца, она... Щупальца говорю, потому что все-таки осьминогов мы вязали, и 8 щупалец вот были. Здесь ботва. Ботва щупальца. Готовая эта щупальца, она будет короче, да, 20 сантиметров. Вяжем. И помогаем подкручивать, если вдруг оно не совсем закручивается. Вот здесь может линия наша из воздушных петель скручиваться, ничего страшного. По мере вязания все повернется туда, куда нужно. Так, ниточку сейчас тут размотаю. Почему именно в комфортере важны вот эти щупальца, ботва? С чем они вообще деткам? Детки, которые недоношенные рождаются, им, естественно, часто нужна помощь различных аппаратов. То есть
подключает аппараты для дыхания, подключает аппараты с кормлением, ну и так далее. Там подробности я сильно не знаю, да, как они называются. Естественно, это вызывает дискомфорт у любого человека, тем более человека, который только-только оторвался от мамы. Поэтому они, ребята, детки, трогают эти все провода, естественно, инстинктивно хотят их убрать, но этого делать нельзя, да, мы понимаем, потому что эти аппараты поддерживают жизнь часто. Поэтому такой комфортер кладут к ребеночку, и он щупает вот эти мягкие, нежные щупальца, которые теребит ручками, да, и уже не трогает лишний раз вот эти все трубки, подключенные к нему. Плюс есть такая теория о том, что в пузике, когда они были, там же у нас пуповина вокруг ребенка, да, и некоторые детки, даже на снимках УЗИ я видела, там как-то, в общем, трогают ее тоже. Поэтому тоже эти щупальца напоминают мамину пуповину, то есть как будто бы мама рядом. То есть это все психологическая помощь, то есть вот такой комфортер, комфорт, да, дает психологический комфорт ребенку. Да даже самому приятно, я вот первый раз, когда вязала комфортер, первый пробный был, это комфортер для моего сына, потому что, во-первых, он по размерам не подходил для передачи в УПЦ. Ну, то есть был пробный. А моему ребенку очень понравился. Ему на тот момент было, не помню, полгода, что ли. И вот он у него живой до сих пор. Правда, эти щупальца уже растянуты, потому что он их и раскручивал там, и его металл, это осьминога. Ну, то есть он вообще живучий зверь, комфортер этот. И ему интересно было теребить эти щупальца. Поэтому это, думаю, будет полезно любому ребенку. Не только торопыжика. Так, время прям летит уже. Осталось чуть больше 10 минут. А я только первую щупальцу делаю. Ну, точно уже не завершу, но думаю, больше эфира не будет третьего. Думаю, принцип будет понятен. Сейчас покажу именно переход на другую щупальцу. Накид. Столбик без накида провязываем. Еще раз накид. Еще раз провязываем. Еще раз накид. Еще раз провязываем. И прям так до конца. Ой, солнышко у меня тут выглянуло. Засветит, поди. Так. Так, сколько надо таких веточек? В восьминоге мы вязали по 8. Здесь у меня получается по 5. Ну, можно делать 5-7. Но я делаю 5. Ну, это оптимально. Меньше не нужно. То есть тогда смысл комфортера теряется. Так, еще 3 осталось. И я думаю,
будет приятно увидеть, если вдруг вы свяжете комфортер по этим двум эфирам и отметите меня, либо наш клуб 28 петель, да, любой клуб 28 петель. Думаю, это будет приятно знать, что не зря 2 часа я тут вязала. Итак, вот я довязала до края. Ой, не вижу прям ничего, солнцем засвечивает. Так, ну-ка, секундочку, потрясемся. Немножечко сюда, вот. Чтобы я немножко видела. Перенеслись. Так, поднимаю, показываю. Вот, довязала я до конца набора. И теперь буду присоединять. Я присоединяю, то есть начинала я с центра, закрепляла нить, а присоединяю вот, ну, немножко подаль, да, через 2 ряда где-то. И делаю это еще немножко вот так наискось. Подцепляю. То есть на крючке петля зеленой пряжи. Подцепляю оранжевую, вытягиваю зеленую пряжу. Здесь можно провязать столбиком без накида, можно соединительным, ну, протянуть просто. Вот мне что-то тут неудобно соединительным, я провяжу. И затем опять поворачиваю и возвращаюсь в центр. То есть креплю подальше. Соединительным, например. То есть стараемся, чтобы набор был из центра, а готовые щупальца уже прикрепляем чуть ниже по ряду. Тогда у нас получится, ну, такое, вот такое примерно, да? То есть вот из центра мы набрали, подальше закрепили. Опять из центра набрали, подальше закрепили. И немножко левее, чтобы был переход по кругу. Вот такая ботва тут получается. И потом, когда мы дойдем, получается, до опять начала, провяжем и срежем ниточку. Эти 2 хвостика с тем срезанным кончиком связываем и заправляем их внутрь, также крючком внутрь подвязанное тело морковки. И будет все, готовый комфортер, останется его только постирать. Ну вот, осталось еще чуть больше 5 минут. Провяжу сколько смогу. И мы с вами завершим нашу работу 2 эфиров. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. У вас там может быть и 40 петель, и 60, смотря каким крючком, как рыхло, да, но главное, чтобы вот эта вся длина была 20 сантиметров. Так. Вяжем второй щупалец, веточку. Время прям летит, вообще уже 5 минуточек. Ну, в среднем вязание такого комфортера занимает от 3 до 5 часов, ну, в среднем. Примерно мы как раз уложились
даже с нашей болтологией. Напомню, по расходу пятидесятиграммового моточка пряжи хватает на такие 5 чехольчиков и на 2 или 3 ботвы по 5 веточек. Примерно так. Ну, с моим вязанием. Я очень туго вяжу. И прям контролирую практически каждую петлю, чтобы росла руки и так далее. Очень хорошо стирается, очень хорошо сушится. И так как внутри у нас не вата, которая может, во-первых, долго сохнуть, там могут развиваться разные бактерии, то холофайбер хорошо простиривается, хорошо высыхает, ну и сам хлопок тоже очень хорошо сушится. Естественно, при стирке не выжимаем, а как бы так обмякиваем. И делаем потом, обмакиваем, да, в моющем, например, каком-то, без одушек, а уже, чтобы оно просохло, в чистую хлопковую ткань, либо чистое хлопковое полотенце обмакиваем, то есть оно впитывает первую влагу, и потом раскладываем сушиться, не на батарею, да, а просто на светлое место. Буквально там, если в теплый денек, за полдня высыхает, ну так примерно сутки сохнет. Итак, чтобы сохранить этот эфир, я уже буду выходить. Если будут вопросы, пишите лично. На все отвечу. И надеюсь, что ваши вязаные изделия пополнятся таким замечательным комфортером. Все, благодарю за внимание, завершаю эфир.